Странность фотопленок группы Дятлова порождает вопросов не меньше, чем само уголовное дело. Отсутствие важнейших моментов похода, таких как путь от Свердловска до Визжая, важных людей, которые курировали поход, важнейшей точки маршрута горы 1079, на которой погибла группа, по выводам следствия. Хотя, как известно из материалов следствия, группа находилась у подножия двое суток и за это время не сделала ни одного снимка горы и перевала, которые им предстояло штурмовать. И этот последний снимок неизвестных людей, на основании которого были сделаны некоторые манипуляции по прекращению следствия. Есть люди, выстроившие целые версии на этом фото, но было ли оно на самом деле последним? Вообще, появление этого фото в деле наводит на ряд мыслей. По информации, размещенной на сайте Дятлов Пас, это фото было в фотоаппарате Игоря Дятлова, который был приобщен к делу в марте 1959 года. Почему в марте, если все вещи Дятлова были найдены в феврале? Потому что некий поисковик, студент Коськин, взял фотокамеру из палаты и уехал с ней домой. Проявив пленку, Коськин решил провести частное расследование, но чуткие исследователи попросили Коськина вернуть все обратно. Просмотрев пленку, следователи обнаружили это последнее фото. Красиво рассказано. У Юрия Константиновича Кунцевича в фонде хранятся негативы шести пленок группы Дятлова, которые периодически демонстрируются иностранным исследователям и тем, кому нужно. Так вот, на этих негативах данных фотографий нет, или Юрий Константинович их не показывает. То, что демонстрирует Юрий Константинович, это не что иное, как дубль негатив. Возможно, Юрий Константинович и сам не подозревает, что в его сейфе хранятся неподлинные негативы. Какие ваши доказательства? Спросят многие. Доказательства – это пятая и шестая пленки. Черные пятна – это и есть следы дубликата. Черные пятна точечного характера – это, скорее всего, плохо разведенные химикаты для проявки и закрепления. Это не следы радиации. А вот следы от оригинального негатива, наложенного поверх дубль негатива, видны отчетливо по перфорации для лентопротяжного механизма. Вот это следы перфорации оригинальной пленки, отпечатавшейся на дубль негативе. Вообще, на всех негативах, находящихся во владении Юрия Кунцевича, имеются такие следы. Факты говорят об изготовленных наспех с обращаемого фотоматериала копий. На пленке номер 2 можно увидеть, как меняли кадры местами. Только на этой пленке есть кадры, запечатлевшие группу Игоря Дятлова в непогоду, освещенность, ландшафт и последовательность действий людей на снимках 33, 32, 28, 27, вероятно, события одного дня, даже нескольких часов одного дня. Смещенность поднимающихся группой людей к снимающему говорит о траверсном преодолении какой-то высоты. Фото 32 – начало подъема, 33 – проход мимо снимающего, 27 – спуск, 28 – совещание об устройстве лагеря, 29, 30, 31 – события в лагере. Пленка, по всей вероятности, имела 36 кадров, но нас кто-то пытается убедить в том, что пленка
обрывается на 34-м кадре, загадочном 34-м кадре с огненным шаром. Помним, кто всю жизнь рассказывал об огненных шарах и даже в уголовное дело влепил вырезку из газеты. Необычное небесное явление. В 6 часов 55 минут местного времени вечера на востоке и юго-востоке на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар размером с видимый диаметр Луны. Шар двигался в направлении на северо-восток. Около 7 часов внутри его произошла вспышка и стала видна очень яркая сердцевина шара. Сам он стал более интенсивно светиться. Около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка. Она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка. Свечение было переменным по величине. Шар продвигался в направлении восток-северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом 30 градусов была достигнута примерно в 7 часов 05 минут. Продолжая движение, это необычное небесное явление слабело и размывало. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, я включил приемник, однако приемов сигнала не было. А. Кисель, заместитель начальника связи Высокогорского рудника. 30 января 59 года. Дневник Зинаиды Калмогуровой. Идем по Ауспи, айсерм, что означает холодно. Мансийская тропка кончается, лес хвойный. С утра солнышко было, а сейчас айсерм. Весь день шли вдоль Ауспи. На Мансийской тропке стали на ночлег. Кома сегодня не заставили дежурить. И дежурили мы с Рустиком. Сожгли варежки, вторую фуфайку Юркину. Он ругается все время. Сегодня, наверное, будем строить лабаз. Это последняя запись в дневнике. Из нее видно, что группа шла по Ауспе и встала на ночлег. Вероятно, сегодня, то есть 30 января, будем строить лабаз. Получается, что данный снимок, по версии следствия, сделан недалеко от подножия высоты 1079 и перевала. То есть, где-то за кадром сейчас должна быть высота 1079. Гора высотой в километр. В фотоаппарате на момент съемки прожженной фуфайки имеется 5 свободных кадров. Снимающему достаточно повернуться и сделать снимок высоты 1079 и перевала. За спиной мы видим отличную просматриваемость. День пасмурный, но снегопада нет. Редколесье, соответствующее подножью высоты. Нет ничего, что могло помешать сделать снимок высоты, кроме того факта, что ее не было за кадром. В дневнике также нет ни слова о большой высоте и переходе через перевал. А ведь это событие должно было быть не менее ярким, чем покорение Тартена. И кто-то хочет сказать, что два фото сгоревшей фуфайки важнее одного снимка перевала, который завтра им предстоит штурмовать. Еще одно интересное совпадение. На негативах, хранящихся в фонде у Юрия Кунцевича, негатив обрезан именно после 31-го кадра, а после идут знаменитые кадры прохождения неопознанных людей и загадочного 34-го кадра. Ошиблись при разрезании негатива для укладки в файл? Не слишком ли много ошибок, совпадений и несуразиц для дохлого двухтомного дела? Из этого можно сделать вывод, что не было ни одной фотографии с ребятами на фоне перевала, либо на фоне какой-то высоты, кроме Хойэквы. Вероятно, поэтому появились вот эти непонятные снимки неопознанных людей. Снимками занимались туристы, как мы знаем, которые ходили в походы. Не их ли это группы были вставлены вместо группы Дятлова? Не их ли это снимки? С вероятностью 80% можно утверждать, что да, что это снимки других групп, что кто-то работал рука об руку со следователем Ивановым, кто-то помогал вставлять свои снимки вместо снимков группы Дятлова, либо Иванов сам попросил предоставить ему такие снимки.
В уголовном деле группы Дятлова, согласно юридических и следственных положений, должны храниться фотоматериалы, имеющие непосредственное отношение к уголовному делу. Не только фото и киноматериалы, но и их исходники, то есть негативы. И в одном из томов есть такой конверт для хранения фотоснимков. В этом конверте, видимо, и хранятся эти два снимка и их негативы. Ведь эти фото явились реперной точкой для определения последнего местонахождения группы Дятлова и лежат в основе постановления о прекращении следствия. Но этих фото в деле нет. С 80% уверенности это можно заявлять. На канале «Околонаучная жизнь» есть разбор одного фильма «Гипотезы» канала Discovery, в котором гипотеза о том, что группу Дятлова убил снежный человек, так называемый Менг, превращается в уверенный тезис, принятый впоследствии некоторыми зрителями за факт. Так вот, в этом фильме есть кадры, когда в архиве Екатеринбурга американский турист и ведущий на пару с российской журналисткой открывают этот самый конверт, вынимая оттуда все содержимое. Так вот, негативов там нет. Никаких. Можете посмотреть это все сами. YouTube запретил моему каналу демонстрацию этих видео в США. Посему скрины из видео во избежание еще одного предупреждения к имеющимся двум за этот разбор. Эти фото появились ниоткуда. В наши дни напрашивается вывод такой, что кто-то вынул негативы фото из этого конверта, находящегося в уголовном деле, и распространил, вероятно, продал тому, кто распространил. То есть в 2013 году в конверте для фотоматериалов в уголовном деле группы Дятлова негативов уже не было. Возможно, и этих двух фото тоже. О чем говорит факт копирования негативов фотоматериалов, отснятых группой Дятлова? Это говорит о том, что негативы дятловцев были отредактированы и смонтированы так, как нужно. Кому-то было нужно, то есть то, что не нужно было, просто убрали, а то, что нужно было добавить, добавили. Вот эти кадры. По той упорности, с которой власти привязывали эту трагедию к высоте 1079 и перевалу, и даже решились на монтаж и редактирование негативов, можно понять, что фотографии группы на подходе к высоте 1079, на самой высоте, либо ее подножия физически не существует. Если бы они существовали, то они все были бы приобщены к делу. Но кроме двух непонятных фотографий и слов следователя Иванова, никаких доказательств тому, что группа Дятлова была на высоте 1079, нет. Это все лишь подтверждает тезис о том, что группа не дошла до перевала. Отобраны для дубляжа были лишь негативы, отъезжая до Ауспи. Остальные снимки, вероятно, остались у того, кто делал дубль негатив. Отобраны были только те снимки, которые демонстрировали движение группы по маршруту, по указанному маршруту, подправили только концовку, выдав эти снимки за факт нахождения группы на высоте 1079, тем самым привязав все события на этой высоте, все предполагаемые события. То есть снимки на дубль-негатив можно было разместить в любом порядке. Факт того, что с негативами производились манипуляции, дает ответ на многие вопросы, а возможно и заставит задуматься.